приключение начинается. Эй, а я сейчас слушал. Леша старается говорить на языке молодежи. Это бэкстейдж. Не всегда получается видеть, как создается искусство. Попробуй на руках. Я шел ногами, очень типа, ну, неплохо идется. Короче, странно, что мы забыли эти штучки на ноги. Как они называются, кстати? То, что на ноги, да. Пускай будут чопики. А, смотри, ванночка. Шпага в Black Metal. Я вот только хочу, он стал стоять. Сюда пока еще не встали. Вы делаете джакузи. Чуваки пошли, блядь, за дровами, выходят обратно, и орут. Я, блядь, мы питон, питон. Нам дед Питон рассказывает, сука, кто-то пришел ночью, и орет, питон. И типа никто не знает, что делать, что вообще пролежишь в палатке, такой. Может быть, пришел питон в лагерь, а может быть и нет. Два пожарных, блядь. А, Аня. Все хорошо, Аня. Это прикол такой был. Диего, здесь теплее, реально. Здесь вода лучше. Какими-то моими в мэр. Бля, по течению очень прикольно. Аккуратно. Давай еще подбегаем. Это дерево может сейчас так полететь красиво. Опять Анька в аэропорту. Ой, ну знаешь, эти полеты, перелеты. Короче, Ньюарк это просто говно. Я уже делал эту ошибку, но лучше летать какими-то. Короче, лучше не пожлобиться на билеты, потому что дело в чем? Дело в том, что я нашел билеты подешевле, но они вылетали не из Нью-Йорка, а из Нью-Джерси. Мы приехали в аэропорт Нью-Джерси, и такси сюда стоило 100 бачей. Хотя можно распилить эти 100 бачей на цену билета на самолет и воспользоваться самолетом, который находится рядом. Вот. И еще мы сделали вывод, что не нужно пользоваться вот этими всякими такси. Я подумал, ну, локальными. Короче, есть Uber, есть Lyft.
и супер. А вот это вот все эксперимент, я решил дать шанс олдскулу, и в итоге еще и переплатил. Такие вот пироги. А, мы еще и летим. Это Анькин сюрприз, у нее завтра день рождения. Надо сканировать. Короче, подходите, вот так вот свой этот накидываете. Сейчас вам покажу. Вот так ставите, жить, оно вас узнает. И вы потом заказываете еду. Но мы этого делать не будем. Идем просто традиционно купим пожрать. Я тут выиграл доллары, и их можно обменять на чипсы. Но угадай что? Ах, да. У меня недостаточно. А, нет. Сколько тебе годиков? 8 или 7. Не знаю. Сколько? Я не помню, что это. Я забукал стол сегодня. Да, нам будем кушать. В отражении. Сниму себя в отражении. Та-дам. Ой. Нуждается жизнь. Она под нос. И пластиковая эта коробочка. Ну, когда ты элита, но не на все 100%. Когда ты элита и не хочешь мыть посуду. Когда ты элита, но у тебя нету прислуги. Чувак! Hello. Hello. How are you? I'm fine. Я купил вина, купил просекко. Я купил велик. Уже съездил, все завез. Просто, Лёша. Я видела таких смешных уток. Я видел сторис твои. Тут спидлимит 20, так что ты смотри. Не лети. А нет, что это за пуговки?
Вот такая техника исполнения. Давай. Ну давай, давай. Ощущение, что ты перевернешься, но нет. Все, все, пошли. Поехали. Вот там все самое интересное. Что это за... И на $1.89 за галлон. Галлон! Возьмите нас! Осторожно, змея. Хлопчик. Гадания всякие. Анька, это крокодил, короче. Сейчас это Анька. Аллигатор, вообще-то. Итак, сегодня у меня день рождения, и я пробую аллигатора. Его, а не он меня, это уже, я считаю, хорошее достижение. Соусом вообще ничего не чувствуется. У нас дома буквально через дорогу. Тут как такой комплекс, там бассейн, и можно зарегистрироваться онлайн и перейти бесплатно покупаться в бассейне. Вот мы пришли, нам сказали подождите 2 минуты, мы ждем и будем сейчас купаться. По-моему, теннис можно играть, что такое. Заходите. Нам не обязательно нужна шапочка. Я надеюсь, что нет. Да. Как тебе? Приятно. Удобно. Очень удобно. You can see his footprints and you can see his path all the way back up in there. So I'm gonna throw him some couple of chunks of pork. Sticking his head out. Manger, manger! Come on, brother. Small one. Come on. Go on after. See another one coming? Oh no, she's just talking about a little. Yeah. Oh, man, it's right behind. You could do it. Come on. Good boy. Good boy.
just not a marshmallow. Oh man, there's pork. Oh, I like that. Yeah. Hey, you want to come back some more? Come on. Putting this down pat now. Boy, he's moving too, huh? Come on. Come on, you could do it. You could do it. Come on, buddy. So, how long is that? Как раз копейки. Посмотри, там какая-то плаза. Идет. Это на той берег Миссисипи. Я новоорлеанская готесса. Кофе обалденный. У этого места 32 тысячи положительных отзывов. 32,5. И они делают только кофе с цикорием и вот такие штучки. Это французские кофе. Они очень горячие. И здесь очень много людей. А так как мы известные блогеры, нас пропустили. Очень удобная еда, вот я уже вся в сахарной пудре. Мне нравится. Ваш вердикт? Опаздываем на самолет. Отличный вердикт. Поехали.